Генеральная Ассамблея ООН на 74-й сессии приняла инициированную 55 странами резолюцию по беженцам из Абхазии и Южной Осетии. 84 государства проголосовали за принятие документа, 78 стран воздержались и 13 выступили против. Из года в год растет число стран, сочувствующих грузинским беженцам, и уменьшается количество государств, которые выступают против возвращения изгнанных из своих домов людей. Мы составили статистику о том, как голосовали в ООН по грузинским беженцам бывшие советские республики и обнаружили, что от братских отношений Республики СССР мало осталось того самого братства. Всего 6 бывших советских республик отдали свои голоса за возвращение грузинских беженцев. Это Азербайджан, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Эстония. 4 в прошлом республики СССР не смогли определиться, надо ли возвращаться беженцам в свои дома, и они воздержались. Это Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан. 2 страны, представляющие союзное государство, выступили против возвращения грузинских беженцев. Россия и Беларусь. Еще 2 государства во время голосования не явились в зал. Это Армения и Туркменистан. Что касается остальных государств, то в грузинском обществе поначалу вызвали удивление Филиппины, государство со старейшей в Азии демократией. Филиппины проголосовали против возвращения беженцев. Но потом грузины перестали удивляться выбору Филиппин, когда узнали, что ранее Россия передала в дар Филиппинам вооружение. Стоимость подарка не разглашается, но известен объем. Военный груз доставили на 3 военных кораблях. Привез лично министр обороны России Сергей Шойгу и передал на борту корабля лично президенту Филиппин. 30 военных грузовиков «Урал», 5000 автоматов Калашникова и прочую продукцию военного назначения. После такого подарка, полагают наблюдатели в Грузии, филиппинцы не могли отказать русским в маленькой просьбе проголосовать против возвращения грузинских беженцев. Удивили еще 2 успешных европейских государства, Кипр и Швейцария, которые не смогли определиться, хорошо или плохо изгонять людей из своих домов и оказались в списке воздержавшихся.